она во сне приходит. Она во сне часто приходит. А ночью проснешься и перебираешь все эти картинки. Взвод нашел. Догнали мы, немцы убегали от фронта. Повозки, там старики, дети на повозке, все. Мы подошли и остановились. Ну, пехота, это нам легко обойти. И подъезжает танки наши. Головной танк подошел и остановился. Ехать на детей. Подъезжает командир. Ты что стал? На нем мат. Наши там, а слышно, бой идет. Наши там солдаты гибнет, а ты кого берегешь? И он как первый, на первую повозку стал заезжать. Остальные начали с дорогу освобождать, а там все заминировано. Они как начали на минах рваться. Лошади ржут, дети плачут, женщины кричат. А все постели у них пуховые, у немцев. Пух этот поднялся, там колесо туда полетело, лошадь там, это. А немцы все заминировали вокруг. Вот такая картина. Это вообще кошмар. Этот крик, это ржание лошадей, крик детей, плач женщин. Это вообще слушать страшно, а смотреть тем более. Надо говорить, что война – это не игрушка. Это страшная вещь. Там только убивают. И там порядок какой. Или ты первый, или тебя.